Дима, и мы начинаем новый ролик. Сегодня у нас восстание. Игра в Роблоксе восстание. Максима нету. Снимаю один. А, кстати, кто хочет с торцем видео, тому надо поставить под нашим роликом целых 10 лайков. Каждому из подписчиков надо поставить по лайку, вы понимаете? Вы понимаете, это для нас огромные цифры. 10 лайков. Давайте это все. Давайте. Короче, у нас... Я уже прокачал свой пистолет за кадром. Ну, в принципе, пистолетик хороший, мощности не меняет. Здравствуйте. Я такой снайперский прицел сейчас. Что это зараза дорогой? Дорого, но... Ага. Прям на босса попал. Вот прям на босса попали. Ну, ладно. Сейчас кучу мелких надо вырывать. Я знаю, тут есть мусор. А, точно. Точняк. А вот она. Thank you.
работаем. Давай, перезаряжайся, ты уже. Добьем.
давайте меня подняли. О! Так, есть. Мне их болит. О, нет! Я его не оценивал! Мочим! Так, замочил. Так. Убираю. Всё. Я не знаю, что это за пистолет. Ну, пускай будет. Хотя че? Хорошо. Мальчики. Он не мальчик. Кто не знает, кто не знает. Кто не знает, кто не знает. Какая разница? Мочит же хорошо, главное. Она хорошо все мочит. Ну ладно, еще. Ты там какой больше взял? Пистолетик. Ну ладно, в принципе, пропустил. Вот так. Следующий.
пацаны. Понимаю оружие! Так, отлично. Это отлично, мы сидим с него удара, чтобы обманули. Я понимаю оружие. Нашел пулемет. А там все время какие-то детские пушки. Пошли. Вот это я понимаю! Я понимаю! Что пулемет офигачит? Что значит, что ручной пулемет? Так, мне нужно... Срочно сделать вот этот пулемет. Ах ты. Он автоматически работает. Пошли теперь заряжаться, нам перезарядка нужна. Слышите?
понимаю, это вообще жуткая. Это просто хорошо пулемет. Я продолжаю. О, как раз время уже. Я в туалет ходил.
воздушную волну. Теперь мы идем в бухту. Теперь реально будет. Ладно, ребят, игра уже и так долго задержалась. Всем пока.